Что касается кладбища, значит, вчера также был прилет в район кладбища Таировского. Площадь попадания, возгорания и поражения более 1000 квадратных метров. Пострадал, к сожалению, человек гражданский, который наводил порядки на могилах. Мы сейчас также проводим там инвентаризацию для определения количества могил и объема работ. И в ближайшем будущем все могилы будут восстановлены.